Здравствуйте, ребята! Я приглашаю вас на очередное занятие по немецкому языку. Сегодня у нас занятие тематическое. Мы сегодня будем говорить на конкретную тему. Это будет потом тема развиваться и на следующих занятиях. Не всегда, потому что не все у нас с вами уроки будут посвящены какой-то отдельно взятой теме. В каких-то уроках мы будем с вами говорить о несколько тем сразу. Но вот сегодня я предлагаю вам совершенно конкретную тему. Тем более, что мы уже имеем возможность и с точки зрения освоенной грамматики, и с точки зрения вот тех слов, которые мы уже с вами накопили и которыми мы с вами можем активно пользоваться, мы с вами можем поговорить, поучаствовать в беседе, мы можем что-то сами рассказать более или менее подробно, мы можем ответить на вопросы. И вот все это связано с темой, которую условно можно назвать «моя школа». Ну, на самом деле, тема, конечно же, носит более широкий характер. Мы можем поговорить, конечно, не только о конкретном здании, о конкретном классе, ведь мы можем поговорить о нашей школьной жизни. Мы можем ответить на вопросы о том, где мы с вами учимся, кто наши друзья, сколько им лет, чем они занимаются, чем занимаются их родители, как они учатся в школе, в какой класс они ходят, что они, собственно, и как они изучают в школе, хорошо или плохо они учатся, легко ли или трудно даются им те или иные предметы. Так что, как видим, тем для разговора более чем достаточно. И вот все это можно условно, конечно, очень объединить под общим названием «Моя школа». Вот поэтому мы и решили тему сегодняшнего урока, мы решили его сделать тематическим. Вот эту тему мы решили обозначить следующим образом «Die Schule». Ну, вы, конечно, можете спросить, что мы сегодня все занятие будем исключительно заниматься вот по этой теме. Конечно же, нет. Как всегда, первый фрагмент нашего урока, правда, он тематически будет связан с темой «Die Schule», «Школа». Первый фрагмент нашего урока будет, как обычно, посвящен изучению, ознакомлению с очередным фрагментом системы и структуры современного немецкого языка. Мы поговорим об образовании множественного числа имен существительных. Это нам нужно для того, чтобы также активно поучаствовать в разработке тем «Die Schule». Потому что мы, конечно, не обойдемся только тем, что знаем, как существительные немецкого языка употребляются в единственном числе, то есть вот в таких единичных ситуациях. Когда мы говорим о своих друзьях, о школе, о родителях, конечно же, нам нужно систематизировать вот то представление, которое связано с числом, вот единственное или множественное число. Поэтому первый фрагмент будет посвящен небольшому грамматическому экскурсу, грамматическому комментарию, который можно обозначить как образование множественного числа. Как всегда, вот в начале этого фрагмента я хотел бы предложить вашему вниманию слайд, на котором вы видите такие клише-образцы. По ним мы с вами
можем выстраивать очень большое количество однотипных фраз. Ну, во-первых, напомню следующее. В единственном и во множественном числе мы сталкиваемся с таким грамматическим явлением, как артикль. Так вот, напомню, что для серии единственного числа у нас есть неопределенный артикль. «Ein» для форм мужского и среднего рода, «eine» для форм женского рода. В множественном числе, в формах множественного числа, неопределенный артикль не употребляется. Что касается определенного артикля, то у нас существуют родовые разграничения. И, соответственно, мужской род обозначается артиклем «der» определенным, средний род – определенным артиклем «das», женский род – определенным артиклем «die». И множественное число есть. Правда, там различий по роду не представлено. И у нас есть в немецком языке один единый артикль множественного числа для всех существительных, вне зависимости от родовой принадлежности. Форма этого артикля, определенного артикля для множественного числа «die». Возвращаясь к нашему примеру, давайте посмотрим, как же мы можем обозначить число, единственное и множественное. Das ist ein Tisch. Das sind zwei Tische. Итак, с чем мы здесь сталкиваемся в этих фразах? Мы здесь сталкиваемся с перечислением, с количеством. Это один стол, а это два стола. Das ist ein Tisch. Das sind zwei Tische. Как только мы произносим «тыш» или «тыше», мы таким образом обозначаем, что существительное различается по числу. «Ein Tisch» – один стол, «zwei Tische» – два стола. Ну, или более того, слово «два» мы можем заменить на «три», «четыре», «пять». «Drei Tische», «vier Tische», «fünf Tische» и так далее. Нужно обратить внимание на форму существительного. Вот обратите, пожалуйста, внимание на то, что во множественном числе появляется суффикс «e». «Tisch» – «tische». Что это означает? Это означает, что, по сути дела, как и русский язык, немецкий язык использует те или иные суффиксы для того, чтобы разграничить единственное число существительных и множественное число существительных. Как в русском языке. Мы говорим «стол», но «столы». Все приемы грамматические, при помощи которых мы с вами можем в немецком языке образовать множественное число имен существительных сводится в четыре группы. Правило достаточно несложное. Я вот сейчас вкратце обрисую вам это правило. Ну, а затем напомню, что время нашего телеурока ограничено, поэтому подробно рассказывать и комментировать эти правила у меня возможности нет, но давайте будем помнить о том, что эффект изучения иностранного языка заключается не только в том, что вы участвуете в наших телевизионных уроках, а также в том, что вы самостоятельно, постоянно работаете над языком. И вот эта постоянная, самостоятельная работа над языком означает, что дома вы можете воспользоваться тем или иным грамматическим справочником и более подробно
изучить вот тот раздел грамматики современного немецкого языка, который носит название «Образование множественного числа имен существительных». Вместе с примерами, с конкретными объяснениями это нужно будет хорошо усвоить. И самое главное – усвоить основные образцы, по которым образуются формы множественного числа у имен существительных. Ну, а я вам вкратце прокомментирую основные способы. Итак, существительные характеризуются тем, что есть четыре типа образования множественного числа. Итак, первый тип, наверное, наиболее распространенный, вот с него мы, собственно, и начали наше сегодняшнее с вами занятие, это прибавление суффикса «и». При этом, вот как в примере «der Tisch», «die Tische», при этом это образование множественного числа может сопровождаться, а может и не сопровождаться, таким дополнительным признаком, как умлаут. Если в корне у вас есть гласный, который может принимать умлаут, значит, не исключено, что образование множественного числа будет сопровождаться и наличием умлаута. Ну вот, в слове «der Tisch» это невозможно, потому что «и» не принимает умлаут. Умлаут принимают такие гласные, как «у», либо «о», либо «а». А вот гласные «и» и «и» умлаута не принимают. Поэтому слова «der Tisch» – «die Tische» или «das Heft» – «die Hefte» образуют множественное число очень просто за счет прибавления суффикса «и». А вот, например, слово «der Stuhl» – «стул» будет характеризоваться и суффиксом «и» во множественном числе, и умлаутом. И мы имеем форму «die Stühle». Итак, это первый способ с суффиксом «и», с умлаутом или без умлаута. Еще раз послушайте примеры. «Der Stuhl» – «die Stühle», «das Heft» – «die Hefte», «der Tisch» – «die Tische». Второй способ – это прибавление суффикса «en». В основном этим пользуются имена существительные женского рода. Например, слово «die Birne» образует множественное число за счет суффикса «en» – «die Birnen». Следующий способ – прибавить к имени существительному суффикс «er». При этом корневой гласный получает «umlaut». Вот этот способ в основном используется для образования множественного числа существительных среднего рода. Хорошо нам с вами известное существительное «das Buch» – «книга». Множественное число будет иметь форму «die Bücher». И, наконец, есть группа существительных в немецком языке. Их не так много. Они образуют множественное число только за счет того, что меняют артикль. Определенный артикль вместо артикля мужского рода, например, «der Lehrer», во множественном числе мы имеем форму «die Lehrer». Но никаких суффиксов при этом существительное не получает. Иногда образование множественного числа вот за счет прибавления артикля множественного числа определенного «di» может еще сопровождаться получением «umlauta». Тоже нам хорошо известное слово «der Apfel» – «яблоко». Множественное число «die Äpfel».
Еще один пример. Der Kuchen, пирог. Die Kuchen. Вот, оказывается, какие четыре типа образования множественного числа распространены в современном немецком языке. Итак, давайте еще раз повторим их. Первый тип. За счет суффикса «e» с умлаутом или без умлаута. Например, der Tisch, die Tische. Der Stuhl, die Stühle. Das Heft, die Hefte. Второй тип с суффиксом «en». Die Birne, die Birnen. Третий тип с суффиксом «er». Das Buch, die Bücher. Не забудьте, что при этом корневой гласный получает умлаут. И, наконец, четвертый тип без суффикса. Иногда это сопровождается умлаутом, а иногда нет. Самое главное – не забыть использовать определенный артикль множественного числа. Например, der Lehrer, die Lehrer. Только по этому артиклю мы с вами можем определить, идет ли речь о форме единственного или множественного числа. В эту же серию попадают такие формы, как der Apfel, die Äpfel с умлаутом и der Kuchen, die Kuchen. Вот таково правило, которое я вкратце обозначил, но еще раз напомню, этого явно недостаточно для того, чтобы хорошо это правило усвоить и его использовать, поэтому один из фрагментов домашнего задания будет заключаться в том, чтобы самостоятельно по соответствующему грамматическому справочнику более подробно познакомиться на большем количестве примеров с тем, как образуется форма множественного числа у различных существительных в современном немецком языке. Ну, а мы с вами пока в нашей телевизионной аудитории можем потренировать эти формы, обращая внимание на те или иные особенности. Все эти примеры вы можете рассматривать как клише, как стереотипы, как некие образцы, и, используя эти образцы, естественно, можно образовывать формы множественного числа от аналогичных имен существительных. Итак, первая серия. Das ist ein Tisch. Das sind zwei Tische. Вот как мы с вами видим, в данном случае существительное der Tisch использует в качестве признака множественного числа суффикс «e». Уже звучавший пример. Das ist ein Stuhl. Das sind zwei Stühle. Суффикс «e» и умлаут получает корневая гласная при образовании множественного числа. Ein Stuhl, zwei Stühle. Das ist ein Bleistift. Das sind zwei Bleistifte. Хорошо знакомая нам схема, по которой существительное получает в качестве признака множественного числа суффикс «e». Das ist ein Bleistift. Das sind zwei Bleistifte. Das ist ein Schrank. Das sind zwei Schränke. Я думаю, вы уже догадались, что это та же самая схема образования множественного числа, что и в случае примера «der Stuhl», «die Stühle». Существительное получает суффикс «e» и корневая гласная «umlaut». «Der Schrank», «die Schränke».
Еще один пример. Das ist ein Füller. Das sind zwei Füller. Я думаю, что этот пример вы соотнесли с тем примером, который звучал в качестве иллюстрации правила. Der Lehrer, die Lehrer. Обратите внимание, чем отличаются эти существительные der Lehrer, der Füller от таких существительных, как der Tisch, der Stuhl, der Schrank. Они отличаются уже имеющимся суффиксом «er». Так вот, оказывается, если у существительного «der Füller», «der Lehrer» уже есть суффикс «er», то тогда это существительное не нуждается ни в каких других суффиксов. При образовании множественного числа этих суффиксов у существительного не будет. Меняется только один единственный признак – артикль. Либо мы опознаем форму множественного числа по определенному артиклю единственного числа, либо по форме определенного артикля множественного числа. Оказывается, что это правило распространяется и на существительные, которые оканчиваются на «el», например, «der Löffel». Давайте посмотрим этот пример. «Das ist ein Löffel». Das sind zwei Löffel. Как и в первом случае, в случае существительных, оканчивающихся на «er», существительные, оканчивающиеся на «el», тоже не получают никакого суффикса. Der Löffel, die Löffel. Умлаут, конечно, здесь невозможен, потому что он уже присутствует в корневой гласной, в отличие от слова der Apfel. А вот здесь, несмотря на то, что существительное оканчивается на «el», но корневой гласный вполне способен принять умлаут. И тогда это становится единственным признаком того, что мы имеем дело с существительным во множественном числе. Das ist ein Apfel, das sind zwei Äpfel. Я думаю, вы уже поняли. Вот все те примеры, которые мы только что так подробно проанализировали, имеют одну общую особенность. Все эти существительные характеризуются одним признаком, а именно это были существительные мужского рода. Der Tisch, der Stuhl, der Bleistift, der Schrank, der Füller, der Löffel, der Apfel. Итак, еще раз напомню, существительные мужского рода образуют формы множественного числа за счет прибавления суффикса «и», либо в случае существительных, оканчивающихся на «er», «el», без дополнительного суффикса, и корневой гласный может получить «umlaut», то есть формы «die Tische», «die Stühle», «die Bleistifte», «die Schränke», «die Füller», «die Löffel», die Äpfel. Итак, этот комментарий касался существительных мужского рода. А вот вторая серия примеров, как вы, наверное, уже догадываетесь по этому примеру, имеет отношение к образованию множественного числа у существительных женского рода. Напомню, существительные женского рода в основном образуют формы множественного числа за счет суффикса «en», и иногда корневой гласный тоже может получать «umlaut». Например, «das ist eine Tafel», «das sind zwei Tafeln». «Das ist eine Tasse», «das sind zwei Tassen». Вот обратите внимание на то, что если корень оканчивается у существительного на согласный, то к нему можно непосредственно присоединить суффикс «n», как в слове «t»
die Tafel, die Tafeln. Но это бывает достаточно редко, потому что для удобства произношения, конечно же, удобнее на согласные звуки наращивать не следующий согласный «н», а слог «эн». С точки зрения удобства произношения. Как в случае «das ist eine Tasse», «das sind zwei Tassen». Ну, представьте себе, как мне удобно звучало бы слово, если мы попытались бы на вот это удвоенное «с» нарастить сразу третий звук «н». Следующий пример. «Das ist eine Birne», «das sind zwei Birnen». Ну, понятно, поскольку само слово «birne» заканчивается на «и», никакого дополнительного звука здесь не нужно, и мы просто и легко завершаем это слово во множественном числе суффиксом «н». «Das ist eine Birne», «das sind zwei Birnen». Ну и совершенно противоположный случай. «Das ist eine Zeitung». Конечно же, просто нарастить «n» на суффикс «ung» нельзя. Поэтому мы используем такой вариант суффикса, как «en». «Das sind zwei Zeitungen». Но во всех случаях, вот, которые мы с вами только что проанализировали, я думаю, становится очевидным, существительные женского рода используют для образования множественного числа однотипный суффикс «n» или «en». Вот разница в этих двух вариантах, скажем так, одного и того же суффикса по смыслу, он един только в удобстве произношения. Итак, «das ist eine Zeitung», «das sind zwei Zeitungen». А вот тот случай, когда корневая гласная может принимать умлаут. «Das ist eine Schulbank», «das sind zwei Schulbänke». И последний пример. «Das ist eine Schultasche», «das sind zwei Schultaschen». Эти все примеры, как я уже говорил, имеют отношение к существительным женского рода. И, наконец, серия существительных среднего рода. Здесь возможны варианты. Некоторые существительные, их не так много, принимают для обозначения множественного числа суффикс «и», хорошо нам знакомый. «Das ist ein Heft», «das sind zwei Hefte». Но большинство существительных среднего рода, используя умлаут, характеризуется суффиксом «er», как в следующих примерах. «Das ist ein Buch», «das sind zwei Bücher». «Das ist ein Bild», «das sind zwei Bilder». «Das ist ein Haus», «das sind zwei Häuser». «Das ist ein Fenster», «das sind zwei Fenster». Вот этот последний случай, он сходен с тем, что мы с вами обсуждали применительно к существительным мужского рода, который оканчивается на «er». Вот оказывается, что и в среднем роде, если существительное оканчивается на «er», то никаких особых признаков множественного числа у этого существительного не будет. Мы сможем догадаться о том, что это форма множественного числа только по артиклю, например, «das Fenster», но «die Fenster». Вот как мы смогли убедиться, правила не такие сложные,
Но правда, как в любом правиле, есть исключения. Исключений не так много, и их не так сложно запомнить. Ну, как вы понимаете, множественное число, единственное число связано с числительными, которые сопровождают имя существительное в том или ином высказывании. Когда мы что-то перечисляем, когда мы что-то считаем, мы употребляем числительные. И, за исключением единицы, все остальные числительные требуют форм множественного числа, существительных. Поскольку мы с вами заговорили о числительных, то, конечно, следует их повторить. Вот давайте и повторим числительные, и для этого прочтем их вслух. Сначала послушайте всю серию числительных от 1 до 12, а потом мы вместе с вами эту серию прочитаем вслух. Итак, числительные немецкого языка от 1 до 12. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Давайте вместе теперь громко вслух прочитаем эти числительные. Числительные от 1 до 12. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ну, зачем нам нужно было это напоминание о числительных? Дело в том, что таким образом мы с вами можем совершать, используя немецкие числительные, различные арифметические действия. Ну, например, мы можем складывать, мы можем вычитать, и таким образом мы можем ответить на вопрос «Сколько?». Вот с этого вопроса мы и начнем наше следующее упражнение. Итак, нужно будет прочитать примеры и догадаться о значении слова «wieviel». Давайте посмотрим один образец. «Wieviel ist fünf plus eins?» На этот вопрос ответ звучит «fünf plus eins ist sechs». Ну, я думаю, из этого арифметического действия уже становится понятен и вопрос, и ответ. Итак, вопрос, сколько будет 5 плюс 1? Итак, wie viel, сколько? Вопросительное слово. Ответ, 5 плюс 1, 6. Вот мы можем это записать как арифметическое действие, а это озвучивается следующим образом. Вот если мы прочитаем эту арифметическую запись, fünf und eins ist sechs. А теперь попробуйте самостоятельно ответить на следующие вопросы. Wie viel ist fünf plus sieben? Wie viel ist vier
плюс ахт. Wie viel ist 9 plus 1? Wie viel ist 6 plus 3? А теперь давайте проверим, правильно ли вы подсчитали. Итак, wie viel ist 6 plus 3? 6 плюс 3 ist 9. Wie viel ist 9 plus 1? 9 plus 1 ist 10. Wie viel ist 4 plus 8? 4 plus 8 ist 12. Wie viel ist 5 plus 7? 5 plus 7 ist 12. А теперь послушайте еще раз, как звучат эти вопросы по-немецки. Обратите внимание на употребление слова wie viel – «сколько». Wie viel ist 5 plus 7? Wie viel ist 4 plus 8? Wie viel ist 9 plus 1? Wie viel ist 6 plus 3? Ну что ж, я считаю, что мы успешно справились с этой темой, с грамматическим фрагментом, а именно с тем, как образуется множественное число имен существительных, и мы успешно повторили фрагмент вот, грамматической темы, которую можно обозначить как числительный. Ну, тот и другой раздел я вам еще раз настоятельно рекомендую просмотреть дома по грамматическому справочнику. А мы с вами теперь должны будем перейти к тематическому разделу, который, как я сказал в начале урока, мы решили посвятить школе. Оказывается, мы очень много можем рассказать о своей школе. Вот давайте теперь посмотрим небольшой текст. Мы его прочитаем вслух, переведем и далее, используя этот текст, вы можете составить и свой, по аналогии, небольшой рассказик о своей школе. Итак, тема «Die Schule». Die Schule ist groß und hell. In der Schule sind viele Klassenzimmer. Итак, еще раз напоминаю, как мы с вами работаем с текстом. Вначале вы слушаете фрагмент текста, который представлен на слайде. Затем, вслед за мной, вы громко вслух читаете этот текст. Вы пытаетесь понять содержание прочитанного. Если у вас под рукой есть словари, вы можете посмотреть незнакомые слова. Ну, а в качестве контроля я предложу вам перевод данного фрагмента. Итак, давайте прочитаем этот фрагмент. Die Schule ist groß und hell. In der Schule sind viele Klassenzimmer. Школа большая и светлая. В школе
много классов. Die Klassenzimmer sind groß und hoch. Die Fenster sind hoch. Die Klassenzimmer sind groß und hoch. Die Fenster sind hoch. Классы большие и высокие. Окна высокие. Schöne Bilder und Plakate sind da. Eine Tafel ist auch hier. Schöne Bilder und Plakate sind da. Eine Tafel ist auch hier. Здесь много красивых картин и плакатов. Здесь есть также доска. Die Schulbänke sind nicht niedrig. Die Schulbänke sind leicht. Die Schulbänke sind nicht niedrig. Die Schulbänke sind leicht. Парты не очень низкие. Парты легкие. Das Klassenzimmer ist sauber. Die Tafel ist nicht schmutzig, sie ist sauber. Das Klassenzimmer ist sauber. Die Tafel ist nicht schmutzig, sie ist sauber. Класс чистый. Доска не грязная, она чистая. Alles ist sauber und neu. Alles ist sauber und neu. Все чистое и новое. Die Schüler kommen in die Schule. Anna und Elli, Peter und Lothar kommen. Die Schüler kommen in die Schule. Anna und Elli, Peter und Lothar kommen. Ученики приходят в школу. Приходят Анна и Элли, Петр и Лотар. Sie kommen alle. In den Schultaschen sind Bücher, Hefte, Bleistifte, Füller und Lineale. Sie kommen alle. In den Schultaschen sind Bücher, Hefte, Bleistifte, Füller und Lineale. Они все приходят. В портфелях книги, тетради, карандаши, ручки и линейки. Es läutet. Anna ruft, Peter, Lothar, schnell, schnell, der Lehrer ist schon da. Wir kommen, sagen die Jungen. Es läutet. Anna ruft, Peter, Lothar, schnell, schnell. Der Lehrer ist schon da. Wir kommen, sagen die Jungen. Вот такой забавный текст, который как бы срисован со школьной жизни. Несколько заданий, которые я вас попрошу выполнить в ходе самостоятельной работы над немецким языком уже в домашних условиях. Вот из этого текста надо будет выписать при повторном просмотре существительные мужского, женского и среднего рода во множественном числе. Потом, основываясь на этом тексте, попробуйте рассказать, какие предметы есть в школе. И
попробуйте в конечном итоге рассказать, а как выглядит ваш класс в вашей школе. Вот на этом наше с вами очередное занятие по курсу немецкого языка подошло к концу. Мне остается попрощаться с вами, пожелать вам успеха в изучении немецкого языка. До следующего урока.